Малышка Яна появилась на свет 19 декабря, а в Новый год она стала самым заветным подарком для своих родителей. Погрузить еще в большую атмосферу праздника, справиться со стрессом и получить позитивные эмоции помогает волшебнице-сотруднице перинатального центра «Мама». Каждая роженица и малыш для них как родные люди, они окружают их теплом и заботой. В этом году врачи и медсестры придумали необычный подарок. Новый год – это всегда праздник, и хочется дарить и подарки, и хорошее настроение. И таким образом у нас пришла идея в нашем отделении нашим дорогим, любимым, новорожденным детям и их мамам подарить такой подарок, как фотозону новогоднюю и фотографирование в стиле ньюборн. Все элементы для фотозоны делали сотрудницы центра. Кто-то создавал элементы декора из подручных материалов, а кто-то подготовил маленький костюмчик Деда Мороза, различные шапочки и украшения. Дарья Червоная, врач перинатального центра, с детства занимается вязанием и за несколько дней придумала и воплотила праздничный наряд для фотосессии. Дети, они же маленькие, они больше похожи на гномов, помощников Деда Мороза, можно так сказать. И поэтому идея вот колпачков с интернета, все это уже наработано опытом, потому что вяжу я с детства, давно взял своим детям, детям сестры. Зато это положительные эмоции для мам, как бы родственников. Такие моменты, они самые неповторимые, потому что дети, они очень быстро растут, и это все забывается. Новоиспеченные мамы отнеслись к этой идее очень положительно. С удовольствием фотографируют своих деток, делятся снимками с близкими родственниками. Сейчас очень редко, когда делаем какие-то такие фотографии, так, чтобы распечатать, в основном все в телефоне. Поэтому очень здорово, что такая возможность предоставилась. Кроме праздничной фотозоны для малышей, сотрудники перинатального центра нарядили елку и украсили отделение. Здесь тоже пригодились умения и терпеливость врачей. Праздничное оформление делали своими руками. А еще малышей, которые выпишут в канун Нового года, обязательно нарядят в маленькие эльфийские шапочки. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда, ТВ.